cape. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 85-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке очередной виджет анимации с текстом, в этот раз при наведении. Вот вы сейчас видите, причем не просто эффекты, а уникальные эффекты. Я представил лишь три, их там чуть побольше. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, когда вы виджет разместите на холст, вы можете сразу за ползуночки вот так убавить область виджета. Она здесь все равно слишком большая. Далее раскрываем настройки. И вот в этом поле пишем текст, который хотим заанимировать. Первое поле — это у нас шрифт. Потом у нас здесь размер и цвет текста не меняется. У нас это меняется в другом месте. Мы выбираем инструмент текст. И вот здесь в верхней панели Muse выбираем цвет текста и сразу же размер для нашего текста. Если у вас слова разделяются, да, то увеличивайте виджет, чтобы они уместились. Так, и давайте посмотрим, какие есть эффекты. То есть изначально, вот если у нас больше ничего не трогать, давайте посмотрим, что у нас есть. Мы видим, при наведении текст заполняется черным и внизу гуляет белая полоса. Текст Color on Hover при наведении черный. Давайте попробуем сменить на красный. Просто текст Color изменим. Так, и давайте посмотрим. Итак, закрашивается красным. Белая полоса, где сменить для нее цвет. У нас внизу есть еще настройки, они многие не активны. Вы видите, мы не можем их выбрать. Но активен белый цвет background. Меняем его здесь, как раз таки для него полоса будет сейчас желтая. Почему некоторые неактивные цвета настройки? Это все зависит от вот этого поля анимации. От выбора той или иной анимации открываются те или другие опции ниже. Вот мы изменили нижнюю полоску на желтый. Давайте убедимся, действительно ли это так. Вот вы видите, полоска стала желтой внизу. И здесь остается лишь только вам выбрать, какой эффект вам понравится. Например, мне больше всего нравится микс. Выбираем микс. И, скорее всего, для него будут поля цвета иметь значение текст color, текст color hover. Давайте посмотрим. Вот у нас, смотрите, заполняется красным. Вот такой есть прямоугольник желтого цвета. То есть, скорее всего, прямоугольник желтого цвета — это вот он. Давайте попробуем другой эффект. У нас получается вот такой эффект, как бы двойное появление. Выбирайте какой-то свой эффект. Единственное, здесь есть вот такие две опции. Если мы выбираем Show Hidden, то у нас появляется такое поле. Здесь вы можете записать дополнительный текст. И он должен где-то появиться. Возможно, область виджета, может быть, за маркировочки увеличить. Но я почему-то его не вижу. То есть при наведении должен появляться дополнительный текст. А, ну вот он. Вот он в уголочке. Вот здесь появляется текст. Не знаю, что это за эффект. Во-первых, полоска, вы видите, появляется вообще очень криво здесь. То есть это, наверное, специально так задумано. В общем, своеобразный виджет. Для текста, для этого активировались вот эти поля. Можно поменять цвет и так далее. В общем, на ваше усмотрение. Если нравится виджет, конечно же, его можно использовать. В принципе, на этом здесь все. И увидимся с вами в следующем уроке.